Польша – это наш большой друг и партнер. Мы особенно, я подчеркиваю, что мы отмечаем то, что нашу независимость первой признала Польша. Это очень важно для нас. Мы в лидерах по взаимоотношениям, мы знаем, насколько плотны наши и бизнес участие. Мы просим развивать наши отношения, и мы открыты. Конечно, мы стараемся делать то, чтобы нашу дружбу, наше сотрудничество с Польшей и Украиной укреплять. Последние годы работали вместе с областной державной администрацией в направлении самоуправления, реформы самоуправления. Организовали конференции для самоуправления, поездки представителей самоуправления в Польшу. Вопрос самоуправления. Действительно ценен ваш опыт, и он нам нужен. Вы знаете, что есть эта всеукраинская программа, сейчас она исходит от президента. Я здесь как представитель президента в области, у меня есть задача внедрять и развивать все эти программы, которые связаны с самоуправлением. Поэтому я знаю, что вы проводили и помогали уже некоторые совместные, вместе с нами совместные мероприятия эти все. Я думаю, что в ближайшее время нам тоже нужно будет подумать для того, чтобы организовать эти встречи и получать тот опыт, который имеют наши партнеры.